Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 179 на странице 78 рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте стихотворение Шибаева, прислушайся к слову. Была тишина, тишина, тишина. Вдруг грохотом грома сменилась она. И вот уже дождик тихонько, ты слышишь? Закрапал, закрапал, закрапал по крыше. Наверное, сейчас барабанить он станет. Уже барабанит, уже барабанит. Какие звуковые образы у вас возникли, когда вы читали стихотворение? Сначала у нас была тишина. Этому способствовал звук «ш». Затем грохот, звук «р». Затем закрапал дождь. И потом «сейчас барабанить он станет» и «дождь барабанит». Назовите каждую выделенную букву, скажите, какой звук или звуки она обозначает. Тишина, звук «ш». Друг, звук «р». Сейчас, звук «ч». Он мягкий всегда. Закрапал «к». Барабанить. Ба. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии